Еще только ноябрь, но мы все уже начинаем жить ожиданием новогоднего, рождественского чуда. И вот сейчас прозвучит композиция, в которой объединены два очень знаменитых рождественских гимна. Автор одного из них – это преподобный Джо Генри Хопкинс, который еще в XIX веке служил в епископальной церкви Пенсильвании, и это гимн о трех волхвах. Ну, а вторая мелодия – это знаменитая украинская народная колядка «Щедрик». Наверное, мелодия ее известна абсолютно каждому человеку в мире, но на Западе она тоже очень популярна, ее называют «Carol of the Bells» – «Колядка колокольчиков». А автор самой знаменитой обработки этой колядки – композитор Николай Леонтович. Итак, мы слушаем композицию, в которой объединены эти две знаменитые темы, а соло на саксофоне сопрано исполнит Никита Зимин. Thank you.